В общем-то, очень классно здесь музыкальное фоновое сопровождение. Шериф мне подогнал эту игру, чтобы я ее посмотрел. Тут очень классно сделал некоторые моменты и... Буксы называют меня так. Конверсия. Smooth. Subtitles. Характер voice. Male. Не, пусть мне женщина говорит. Камера фов наверняка надо побольше. Аудио. На серединочку. Control. Так, Run, Shift, Jump. Я хочу джамп на правую. Ну ладно. 60 FPS, Draw Distance, Low Light, Texture Resolution. Ну это я все оставлю, наверное. Все не так важно. Все, и больше ничего. Окей. Back. Ну и поехали. В общем, каким-то некоторым образом игруля похожа на фраг. Так, я буду за женщину. Мы же не сексисты, будем за женщину. Семя жизни говорила что-то там, это круто. Но я не знаю, я не буду, конечно же, переводить. Буду рад, если вы переведете мне и напишите это. Смиф. Что-то про мифы. Некоторые археологи до сих пор что-то там ищут, какой-то айтем. Наверное, мигу. Привет, молочка. Да, в общем-то странно, что у меня здесь мышка и до сих пор грузится. О, все, не грузится? Или я сломал? Окей, так. Hey, looks like I missed you. I just wanted to wish you luck before you headed out. I still can't believe you're doing this. I mean, hunting down the, what was it? The life seed? You gotta admit, that sounds crazy. I mean, even if this mythological thing that can shatter worlds or whatever actually exists, what are the chances of you tracking down this ancient relic in the middle of the Rocky Mountains? Listen, I know you want to prove the thing exists. I get that. It's an adventure. Hell, it's your career, but can't you do something normal like the rest of us and just backpack Europe or something? Spend a month in Thailand? But hey, if by some miracle you find this thing and become the most famous archaeologist of all time, beers are on me. I'll even trade in your tinfoil hat for a whip and fedora. I just really hope all those canoeing lessons pay off. Попали в воду. Синие исли нам представляет. Вот мы проснулись. Выползли из воды. Графоний прикольный. Мышкой вертеть нельзя. Ничего нажимать не буду, чтобы не пропустить случайно. Он выглядит прикольно. Просто 360. Окей. Я, возможно, погорячился. Sensitivity, камера FOV вроде норм. Brightness можно чуть поярче. Smooth, давай smooth. Прыгать нельзя, бегать уже можно, мышки не нажимаются, где-то мы появились. Что-то нам нужно сделать. Так, руины, типа пещера. Где это, ёбаный урод? Не знаю, сейчас узнаем, сейчас попробуем узнать. Прыгать нельзя, вода прикольная, хотя слишком блестит, на мой взгляд. Так, там что-то было, по-моему. Какая-то радио какая-то. А, это рация, слом. Ой, он себя видит. Ап, никаких заметок, ничего нет на лодке. Это я, видимо, спускался по лодке и сделаю звук поменьше. Да, вот так примерно. Окей, поехали. Можно, я думаю, поднастроить off немножко.
Эхли. Hold shift to run. Окей, от кого? От кого надо run? А водичку? Водичку падать нельзя, не пускает. Мы сегодня не плаваем. Ок. Сейчас должны сказать, что hold space to jump. Это все. Да, ну бэкграунд музыка здесь очень классная. Особенно вот на старте была. Очень прикольно. Ну выглядит пока все нормально. 2D листики, да, вот это вот все это. Прикольно, прикольно. А почему я, как я здесь оказался? Вот в чем вопрос. Ага, нам к светящимся штукам по-любому. Ну да, нам сюда, наверное, никуда не будут зайти. Пространство не дают. Будем идти только туда, куда нам скажут. Ок. Вали. Так, что это? Просто свет? Частички света? Какие-то магическая фигня, понятно. Кружечка. Тень пиздатая. А давайте я... Ебану по максимуму. Motion blur. Тоже давай, все, давай, давай, у меня видюха норм. Вот это уже там не надо. Так, сверчки какие-то, что это? Это призрачные бараны, кто это? Я тоже могу бегать. Что это за место? Как тяжело делала моя голова. А, что, что-то тяжелое ударило меня по голове. Походу. Микрофон прикольный. Он классный. Так. Старая армейская тачка. Open case, блять, нихуя. Лутбоксы! Просто open лутбоксы. Пресет пикап лифт свит. Окей. Выглядит как механический свит. Окей, шутка свит. Я не могу перевести нормально. Так, пиндулум. Неплохо. Добро пожаловать в Pathfinder Program. Как Pathfinder, ты можешь что-то там. Ну, короче, создавали мега-солдат благодаря вот этому костюму. Да. Да, костюм. Спасибо, Пулка, привет. Читах, говорит. Читы. Быстрые читы. Даже манипуляции... Все части что-то там их. Я, блядь, не успел прочитать даже. Ну, удачи и сохраняй журнал твоих тестов, лимитов, невероятной технологии. Ок. Кул. Плюс свит. Дабл джампов нет. Let's see what on this old audio reels. Virginia King. Audio journal. June 4th, 1941. Shortly after the outbreak of war in Europe, I was enlisted by the army. Нельзя одновременно бежать и прыгать. The mysterious forest sprites seem to be the last living remnants of the long-lost culture that once lived here.
A large number of them seem to inhabit the northeast sector of the valley. Just past the ruins where the life seed, rumored to possess... Ronald slopes to gain momentum to jump higher on Surtur. Shattering power was found. That's as good a place as any to study them. А все больше не нажимается. Так, мне куда-то вот туда, да? Yep. We have party gates, Mike. А, напрыгать типа может только по рампам? Серьезно? Energy. Опа. Обить я не могу ударять, да? Окей, только бегать, прыгать нельзя во время бега. Ну бля. Нельзя же во время бега прыгать. Как я должен это перепрыгивать? Very heavy equipment to make wallet gravely dangerous. Окей, я понял. Типа, и чё? Не надо искать обходной путь или что? Нет, тут нет нифига. Окей, пойдем попробуем. Не знаю, как это получилось. Грибочки. Прозрачные. Так, вот точка. Энергетические камни с типа амрита. From Slan Things. Used to shoot off energy towards that. Серьезно? Ну что? Typical dragon trying to get ок. Так он, а как мне спрыгивать, если он не спрыгивает? Почему он просто не может прыгать? Да я понял, что энергии зло, бля, заебал. Понимаешь, что мне нужно пропрыгать? Даже типа тормоз, лол. Типа я такой торможу, наверное, свет. Хопа. Хопа. Окей. Просто это как-то типа. Ну лол, почему нельзя прыгать во время бега? Ну что за хрень? Такой уже дефракт какой-то жесткий. Touch an orb то это энергия. А я понял, это энергия. Все, те шарики это была энергия, я понял. Окей. Только не понял, что она делает. Зачем она мне? Я должен был туда перелететь? Серьезно? Что? Ну, бля. Да, я это все соберу. А, у меня полная. И энергия появилась заново. Окей, давай разгонимся. Изи. Ш-
что мне дает это? Зачем мне стрелять? Дига сайт, окей. Северный. Ай-яй-яй, ну что за маппинг такой? Ай-яй-яй. What the fuck with these textures? RTK fixed it, please. Ищи life seed рядом с диксайд, окей. Значит, я напомню. Ну, у меня есть сверху там это. Yes. Мне только одно непонятно. Life can also be taken from near-believing things. Личин energy, such as... Take life. Что ты, блядь, в меня, что ли? А, это я! Это я! А это я оживляю! Неплохо! Ну-ка, я сейчас убиваю и забираю энергию. Ладно, живи. Я понял. Еп! I still remember your right. Oh, what the fuck? What's guys with knives in my house? I actually don't know your voice, so. Quest updated. Find a way через ancient ruin. Окей. Найди путь. Поиск роутов, да, тут у нас? Must be easy, I guess. А-а-а, дать жизнь дереву! I go sleep. Okay. Good night, man. Так, пизду, говорит, туда. Окей, все, я нашел путь через руины. Новое слово, блин. Сусурус. Yeah, it's just recording for YouTube. Про Сусуриес. Думаю, руины позволяют, типа, им существовать здесь. Они хищные. Infuse life energy. Они поедают, типа, энергию живых существ, типа, деревьев. Я могу что-то? Не могу взаимодействовать, да? Я забрал жизнь. Ну мне его жалко, я не могу. Отдай, отдай ему. Поехали. Да, это типа загадка была. Ебать, сложно. Очень сложная загадка. Опа, дырочка. Зачем? Use yet on crates. Yeah. А, вот эти crates. Cap energy upgrade. Неплохо. Пришив. Energy capacity is increased with capacitor upgrades. Find to complete an energy canister. Energy upgrade status. Да, я понял. Окей. Ну, for Pathfinder. Я мог видеть, мог смотреть на эти, типа, спрайты весь день. Не могу поверить, как дружелюбны, ну, типа, насколько они дружелюбны. Brave. Храбрости достаточно идти направо-вверх к нам. Ну, типа, понятно.
Поехали. Так, еще пиндун. Еще. Так, апгрейд. Да? И чё? И чё? А, и 3 энергии у меня появилось, да? Это все, что тут апгрейдится, серьезно? Ок. Чё там? Ты разрушаешься? Чё-то где-то еще? А, туда. Luckily for me, the military is helping to explore all these ruins through the soldiers piloting leaf suits. They call these soldiers pathfinders, as they can trek through terrain normally inaccessible to someone like me. Ты уже... Every guy back home is gonna want to go joyriding in a leaf suit. But until the military's project comes to a close, we're cut off from any contact outside the valley. Ну вот, прыжки же есть. Тут нельзя бег прыгать во время бега. Так, тихо. Что она говорит? Все пропустил. Ладно. Cook на факон. Так, какие-то семена дают. Ансин другое, если что-то непонятно. Окей, медальон. Медальон. Говорил, ну, типа, будет использован для, для древних пирамид. Собери достаточно кусков, чтобы по какую-то в комнату попасть. Может, здесь еще что-то есть? Секретики, хуетики. Ничего нет. Даже немножко аэр-контроля есть. Прям как у тебя шериф. А, да, прыгал. This fine momentum breakthrough break it suffice. Falling. А, типа, используй падение. А тут чё? Тут же секретики, а чё мне они мне говорят? Дигарит, мол. Так, откуда я пришел? А, так, это я отсюда пришел, окей. Да, надо, но тогда я не нашел бы те секретики. Тут завалы. Ок. Я могу перемещаться. Нет, не могу. Десять километров в час. Шериф там уже в беседе вместо меня. Всем отдал. Ты, шериф, ты можешь выкинуть сборку, я закреплю сообщение в беседе потом. И типа это. Пусть все юзают. Больше народу будет, я спрошу на стриме. Randomly throughout the valley. I know nothing about them other than that they are indigenous to the valley and that the army is using their energy for their war project. That's about as much as they'll tell me. It's such a shame. I wish they would just let them be. But I suppose it's the whole reason we're here to begin with. И да, это можно считать ТРом, по сути. Пусть.
Че-то темно так, не видно. Сусуру свали, окей. Понял, принял. О, это вот эти вот штучки-дрючки. Пиу-пиу-пиу-пиу. Казалось? Казалось. Нет, не рушься, нет! О боже, милостивые скрипты! Типа я потерял жизнь. Костюм Quantum Death функционально allows the user to return life after dying. Окей. Но жизнь может быть обменена на жизнь. Это чем больше ты умираешь, тем больше ты будешь видеть типа смерти вокруг тебя. Без достаточной жизни в лесу, типа, да, будем лес это называть, не можешь быть воскрешен. Give life back to dead plants. Да, даю back life. Долина, да. Вот еще прикольный эффект, типа, тормозов. Я торможу и такая, это... Грязь. Грязь. Прикольно, прикольно. Так, это я захожу excavation site. Okay. It's clear to me that the natives of the valley worshipped the giant tree here almost as a deity. Great lengths were taken to construct obelisks around this tree, which the ancient people helped grow. I've begun to use the term Titan tree to designate this species. According to my interpretations. Once every thousand years, the Titan tree will produce the mythological and famed life seed, said to possess the power to shatter the world into fragments. No wonder the military is so interested in this place. Так что за что сделало этот самый? Эти семечки, двери достаточно аккуратные. Капитан Холл приказал нам собрать достаточно, чтобы открыть все двери в сектором 3. Я на полпути к этому. Типа, да, или как-то так. Not from Virginia King. Бля, тут дохуя, ладно, будем считать, что там ничего важно. Так, мне туда. Тут я еще не все посмотрел. Там вот что-то есть. Да это вот что такое? Я отсюда пришел? Да, я отсюда пришел. Построечки, музычка. Ну, бэки тут нормальные. Музыка прям вообще хороша. Штуки-дрюки для разбега. Типа несколько целей у меня.
к этой. Или кто, пиши, кто это ближе. Ух. Че еще? Не заберешь все туда? Че за музыка из Королева играет? Привет, Афинити. Да, быстро дэвэл. Классик. А чё, куда я их должен, куда я должен был по их мнению прыгать тогда? Объявлять. Так, какой ближе-то? Вот тут правый, давай туда. Ой, там вон деревцы. В любом какая-то ачивка есть. Оживи 100 деревьев там, вот это вот все. Привет, злобный зубок. Вали, не знаю, первый раз в ней играю. Блять, я же нажал прыжок. Так разогнаться, а? А пиздец, студят вот. Наверное, есть ачивка забанить Affinity. У меня шериф на взводе, аккуратнее, брат. О, деревце. Сюда. Опа, 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 опа. Секретики. Аккорды легенды. Жизненное семя говорило брингировать смерть. Там что-то, блядь, интересное по-любому. Да? Эх.
Нет. Как ЦПМ, аэроконтроля нет. Контроля точка на Н4. Так, я прямо отсюда просто вылечу тогда. Это меня наебали. Тут очень странная система прыжков на самом деле. Там по-любому что-то есть, я не отпущу на это место. Что-то есть, а есть зум какой-то, не? Я знаю, шериф, я понял. Ты мне это что ли? Тут этого еще мне тут. А кто надо залететь? Сука, сейчас минус модерка будет, я чую. Ладно, поехали. Давай жизнь деревьям. Есть шанс, типа... А, что, одно из семян, типа, золотых будет это самое. А, это семечки, что ли, такие? А я думаю, что за, блядь, орешки хрустят под ногами? Это семечки. Неплохо. Тут волшебная дверь, которая не открывается. Нет, открывается. The playful little sprites of this valley, which I've come to call daemons, are so lively. I've done my best to study their behaviors, but without a biologist on site, I'm mostly coming to try. They're completely harmless, so the army tends to ignore them as they go about their research. I wonder if the world would clamor to have these daemons as pets. I'm sure my mother could use one. Нее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 
Всем жизнь! Только не видно ни пизды на самом деле. Так поприятнее уже. Ебал разгон, походу, немножко. Моя мать рассказывала мне истории про... Блять, как про бриллиант, типа... Как... Что-то светится.
Вот и рампа, да? Часы медальоны, нафиг они нужны вообще? Are these monuments to the mythical cannibal giants? О! Приколюшка какая-то. Апдейт, апдейт, апдейт! Уии! Теперь я могу? Прыгать с Икарусом могу. Икарус, ты тут? Дабл джамп, короче, у меня появился. Который будет у меня энергию забирать. Блядский дабл джамп. А чтобы прыгать во время прыжка, точнее во время бега, они не завезли. Бля. А чё, серьезно же должен был долететь, не? А, у меня же, бля, у меня же дабл джамп теперь есть. Типа... А, я теперь обратно туда, по идее, могу добраться с дабл джампом, но... Неплохо сейчас. Apparently, the military was just as excited as they immediately confiscated it to study at the Soma facility on the mountaintop. They won't let me anywhere near it. Мазя топливает в шахту отсайт. Шрифт, блядь, непонятно. Что за дом? Beware. Он может что-то делать с моей энергией. Damage from zero attacks affect your energy count. Damage at zero results in this. Чё, чё, чё? А как защищаться? Просто типа от них уворачиваться? Застрял. Там что-то есть везде, по-моему. А, все, я сломал. И что-то подобрал. Опа. Крестик. Березка. Так, подожди. А, на улице я был.
Опа. Привет, Казантипер. Это Уэлли. Долина называется. Айкарус Буст. Так, Energy. Increases Suits Energy Capacity. Окей, ладно, я не понял. Вудман. Генераторы использовались для армии, чтобы типа использовать active waiting. Сома. Да, это Fantasy Defrag. Как все Шерифский. Что-то где-то зелененькое здесь можно было. Она знала про жизненное семя. Че, мне туда вылетать или че? Нормальный. Ох. Ну, графон приятный. Скайрим. Так здесь и посходи за энергией, правда. Ты если готов, Holy Dreams, сейчас я поиграю. Давай.
давай кушай. Приятного. Потом, наверное, появится трипл джамп. Как интересно, какая задумка. Трипл джамп, это же так круто. Не уходи, облачко. Томби до них, да, как интересно развитие дефрага. А что делать-то? Я оживил два дерева и чё? Сразу бы так и сказали. Вот что ждать за холмом? Опять будет это самое? Нет, не будет. Поехали. Это я должен прыгнуть так? Нет, я хочу разогнаться. И въебаться, блядь, в забор, ну вы серьезно? Опа. Да, да, да. Не, можно, я знаю, я вижу, я понял, что можно. Я понял, не надо мне подсказывать, я понял. Что здесь было? А. А где мой моментум этот самый? И этот свет до сих пор имеет силу, типа, светить. Апгрейд! Viper Coil. Sing yourself up new place with the Viper Coil upgrade. The low end portfolio, unit, one unit energy. Хук. Это уже без шок. Как я заметил, да? Ха-ха-ха.
куда надо-то? Есть ли сохранение, типа? На дерево полез поближе. Я думаю, там будет момент, когда она будет забирать жизнь, так как энергия закончится. Может быть. Спойлерит мне тут еще, падла. Ладно, давайте на этом пока остановимся, что это траву. А, это я могу передвигаться, неплохо. Ну, в общем, да, давайте. Да, я хочу ретурнуться. Ты как раз до твоего острова теперь допрыгнуть можешь. Да, да, совершенно верно. Ну, в общем, давайте на этом пока что остановимся. Стрим я буду продолжать, а всем, кто смотрел на ютубе, до свидульки, заходите еще. Скоро будут обзоры и следите за обновлениями. Всем удачи.